Что касается Украины, вы сказали, что по мнению европейцев мяч на российской стороне. А по нашему мнению, мяч как раз на европейской стороне. Потому что именно благодаря совершенно такой неконструктивной, я выбираю выражение, чтобы, знаете, не показаться грубым, неконструктивной позиции бывшего состава Европейской комиссии, ситуация дошла до государственного переворота. Ведь что сделали-то? Проблема была только в заключении Украины соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Экономическое соглашение. Тогдашний президент Янукович сказал, меня этот текст не устраивает, я его переношу, давайте поработаем над текстом еще. Он даже не отказался его подписывать. Возникли беспорядки, поддержанные и Соединенными Штатами, и финансовые, политические, информационные, и Европой в полном объеме. Поддержали антиконституционный захват власти, кровавый, между прочим, с жертвами. Довели дело в конечном итоге до войны на Украине, на юго-востоке Украины. Крым объявил о своей независимости и о присоединении к России. И вы считаете, мы виноваты в этом, что ли? Мы, что ли, довели до антиконституционного переворота? Сегодняшняя ситуация – это результат неконституционного вооруженного захвата власти на Украине. И Европа в этом виновата, потому что поддержала этот переворот.